Україні онколог – це хірург. У нас хірург – це хірург, онколог – це онколог. І ми, як звичайно, як всі онкологи, говоримо о доказательній базі того, що ми робимо. Любое рішення онколога перевіряється evidence-based даними. Хороша є русська пословиця, тут про що вшивая баня, от так і ми. Многие наши решения носят характер низкодоказательный. Не потому, что мы не хотим обосновать наши решения, а потому, что просто нет серьезной доказательной базы под этими решениями. Вы эндоскописты здесь. Скажите, кто-то из вас делал профилактическую гастростомию перед лечением больных с раком головы и шеи? Через кожную? Любую. Ну, через кожную, вы же эндоскопист, значит, вы делаете ПЭГИ, если делаете. Нет, не делали, да? Видимо, поэтому, когда наши больные, которым мы, да, делаем ПЭГИ, приходят кому-то из онкологов, занимающихся этой проблемой, спасибо, они не понимают этого. И помните, есть такой фильм «Человек-амфибия», да? Когда профессор Сальватор узнал, что его сына два дня держали в бочке. Бочки с водой, он сказал, они же погубили тебя. Вот примерно с такой интонацией врачи, которые не понимают, для чего мы это делаем, говорят нашим пациентам. Итак, доказательность профилактической гастростомии у больных, которые проходят лечение по поводу опухолей головы и шеи, преимущественно радио и химиорадиотерапия. Основная проблема в том, что нарушение глотания, боли и мукозит – это основные персистирующие осложнения лечения этой группы больных. Это приводит к перерывам в лечении, непланируемым перерывам. А доказано, что непланируемые перерывы и перерывы в лечении, особенно больных с головой и шеей, резко отражаются на качестве лечения этих больных. Вот, например, две основные работы. Их масса, этих работ. Но это две основные работы, которые показывают, что прекращение лучевой терапии ведет к снижению выживаемости на 9% в первые 3 года после лечения. И вторая работа по ларингеальной карциноме, это из SIR Review, да, Surveillance, Epidemiology and End Results Review, большой в Штатах, на 3864 пациентов, которые прерывали лечение от 1 дня до нескольких, от 5 до 30, вы видите, что смертность повышается на 68%. В основе этого лежат радиобиологические механизмы. Речь идет о ускоренной репопуляции так называемых стволовых опухолевых клеток. Хотя жизненный пул у обычных клеток опухоли достаточно короткий, но стволовые клетки начинают ускоренно репопулировать во время, примерно со второй-третьей недели лучевой терапии. Объясняется это разными теориями, в основном за счет уже существующих сигналов к репопуляции стволовой клетки от опухолевой клетки, которая получила определенный дэмэдж и не погибла. В каждой фракции количество и пул клеток
увеличивается и увеличится количество сигналов. Поэтому через 2-4 недели после начала лучевой терапии, именно тогда, когда начинаются побочные явления, возникает репопуляция, ускоренная репопуляция стволовых опухолей клеток. И она может по индексу дойти до 0,75 вместо 0,2. И именно поэтому эти опухоли так часто рецидивируют. Больше 85% больных с раком головы и шеи погибают от местных рецидивов, а не от метастатической болезни. Окей? Это все ссылки на работы. Вместо half-life репопуляции, то есть когда опухоль увеличивается в два раза, что примерно берет 60 дней, этот срок может уменьшиться до 4 дней. Это данные из большого исследования RTOG, Radiation Therapy Oncology Group американской, где они говорят о том, в каком проценте случаев больные, проходящие это лечение, нуждались в гастростомиях. Во время всего наблюдения 83% нуждаются в каком-то ассистменте, да, в какой-то помощи. Причем в течение 12 месяцев 41, в течение 2 лет, да, 48 месяцев сколько, 4 лет, это 17%. Причем 24,6%, то есть примерно 25% нуждались в ПЭК в течение 1 года, а 14% в течение 2 лет. То есть это не такая редкая процедура. Итак, цель этой презентации. Во-первых, улучшает ли профилактическая гастростомия ответ на лечение у больных, которые получали химиолучевую и лучевую терапию. Сравнивается с поздней установкой гастростомии или питанием через рот, или назогастральным зондом. Ну и, конечно, ответы на лечение. Это вес, состояние питания, недоедание, качество жизни, ответ и устойчивость к лечению, дегидрация, госпитализация и, в конце концов, выживаемость. Приведу эту знаменитую пирамиду. Все хотят быть на уровне первом доказательности, но, как вы увидите, в основном вся доказательная база – это 2-3. Работа ФИПТО. 212 больных, проспективное, но не рандомизированное исследование с 1986 года, которое сравнило питание через рот 63% больных, и которым запланировали ПЭК в течение 2 недель лучевой терапии, то есть еще до начала побочных явлений. Качество жизни, хотя в начале качество жизни было лучше у больных, которые питались через рот, с течением времени оно снижалось, и в конце концов было хуже у тех, кому вставлена гастростома. Причем разница была достоверна статистически. Вес при питании через рот, при начальном большем весе, к концу лечения, снижение веса было значительно больше, причем тоже статистически достоверно, у тех, кто питался через рот, и в сравнении с теми, кому была введена гастростомия. И белки, короткие жизненные белки, были также лучше у тех, кому профилактически была сделана гастростома. Работа ЛЭС. 100 больных.
тоже проскриптивная, но не рандомизированная работа из Англии. ПЭК против назогастрального питания. Прерывание лучевой терапии в группе ПЭК у 32, в группе назогастрального зонда у 68 пациентов. Большее количество килокалорий можно дать больным с помощью ПЭК. Разница в выживаемости обеих групп одинаковая. 7% в каждой группе. Пикеазоин. 90 больных. Профилактическая ПЭК при индикациях снижения веса больше 10%. Индекс, общий индекс меньше 20 body mass и старше 70 лет больные. 21% осложнений минимальны. 2% серьезных осложнений, которые требовали госпитализации. Здесь очень интересно, что из тех больных, которые были без ПЭК, 18% против 0 были госпитализированы по поводу дегидрации или недоедания. Потеря веса также была значительно ниже у тех больных, которым профилактически делался ПЭК. Бивер. Ретроспективное исследование из Энди Андерсон из Штатов. 33% больных драматически снижают вес во время облучения. Потеря веса не зависит ни от каких показателей, ни от доз, ни от фракционации, ни от пола и так далее. Треть пациентов нуждаются в введении гастростомы в течение всего курса лечения. Ну и так же, как и в тех случаях, госпитализация значительно ниже. Еще одна работа. 88 больных, американская работа из Пенсильвании, профилактическая ПЭК у 41% больных против 59% контроля без ПЭК. Потеря веса несравнимо больше достоверно статистики у тех, кому ПЭК был вставлен. Госпитализация больше у тех, кто питался через рот. Непланированная госпитализация также. Выживаемость в ответе на лечение в течение 3 лет разницы нет. Еще одна работа ретроспективная. Я повторяю, что это все работы ретроспективные. Рандомизированной проспективной работы нет. Также достаточно маленькое количество осложнений. Увеличивает качество жизни больных. 30-дневный уровень смертности был несколько выше у ПЭК-группы. Ретроспективное исследование 54 больных, итальянское. Также 95% больных нуждались в профилактической ПЭК. Те, кто получили лечение с помощью профилактической ПЭК, меньше снижали вес и лучше стояли на лечении. Много работ, все ретроспективные. Нет достоверной доказательной базы того, что это необходимо делать. Нет четких гайдлайнс, руководств. И наибольшее количество рекомендаций, 3-й уровень, как я уже сказал.
И основной вопрос, сделать ли ПЭТ профилактически или когда начинаются осложнения. Ну, это я возвращаюсь к тому, о чем я говорил, все левел 3 и так далее. Наша политика. Профилактическое ПЭТ мы ставим всем больным, которые получают радио, особенно химио-радиотерапию. Мы, это референсы, мы провели около 100 ПЭГов. Сейчас мы хотим обобщить этот материал, посмотреть, что у нас получилось. И мы напишем статью, скорее всего, вместе с доктором Музыкой по этой проблеме. Лечение больных с опухолями головы и шеи – это серьезная проблема. Та методика, которая в Украине существует со сплит-курсами, то есть когда дают первую часть, потом делают перерыв 2 недели для того, чтобы поджило все, а потом дают вторую часть, в надежде, что во время того, когда здоровые ткани заживают, опухоль ждет, пока они заживут. Видимо, поэтому смертность среди больных в течение первого года после выявления в 4 раза выше, чем на Западе здесь. В 4, не в полтора, не в 2, в 4. Спасибо за внимание.